оригинальную. Вообще бомба. В своей тематике, да. Это стандартная сублимационная лента России, то есть выглядит очень классно вот это сочетание. Вот, это комплект на самом деле наградной. Тоже оптическое стекло, то есть мы наносим любое изображение по моменту. Нет макета, но есть какие-то определенные пожелания, наш штат дизайнеров воплотит все в жизнь. Ну, это круто вообще. Да. Такие вот медали тоже интересные. Тоже по макету заказчика, акриловые. Бомба. Такие акриловые медали. То есть у нас огромное большое количество предметов, и, конечно же, мы смогли взять далеко не все. Если у заказчика какой-то определенный балл, Велозабега «Садовое кольцо». Такая награда и такая медаль интересная. Штампованные медали. Круто, круто вообще. Для тех, у кого более скромные бюджеты, потому что штампованные медали – это все-таки не дешевое удовольствие. Вот такие вот интересные медали. Это заготовки для медалей. То есть можно их тоже приобрести с прямой печатью. То есть любое изображение сравнительно дешевле, чем штампованные. Цена вопросов примерно. Это нужно индивидуально просчитывать в зависимости от. Ну, такая медаль сколько стоит. Ну, грубо. 400 рублей. Одна. Да. 400-500. Это тоже зависит от формы, от размера. Да. Лё, вообще. Так. Пакет. Вот сюда. Для победителей, не знаю, для директора. Оригинальные акриловые плакетки. Она достаточно тяжелая и интересно смотрится. Награды из оптического стекла. Тоже достаточно дешевые, вы потрогайте. Достаточно дешевые, это в плане? Достаточно тяжелая. Она не дешевая. Она не дешевая, понятно. Да. Интересные кубки со стеклянной чашей. Тоже наши новинки. Вот такой вот корпоративный бизнес награда. Это комплект для департамента здравоохранения города Москвы. Такие награды вручали лучшим врачам из рук нашего мэра Собянина. Вручали эти награды. Шарфики, косынки, платочки и непосредственно сами штампованные медали с прямой печатью. И я тут тоже все подсветлю. Круто, круто. Да. В одной школе где-то в Кимках на стене висит множество вот таких вот медалей с именем лучших учеников последних лет. Это тоже очень оригинально смотрится, напоминает и учителям, и сотрудникам школы, и самим ученикам о годах проведенных времени, так скажем. Вот такие вот интересные акриловые призы по эскизу заказчика тоже. Это вообще набор такой из трех матрешек. Оригинальные вот такие светящиеся призы. Стоимость такого приза около 1650 рублей. То есть полностью по макету заказчика. И вот он светится. К сожалению, сейчас мощности батареек не хватает, чтобы осветить всего спортсмена. 6 цветов, либо они переливаются. То есть можно выбрать один какой-то статичный цвет, либо чтобы они переливались. Вот так. Обалдеть. Да. Супер. Сейчас очень популярно заказывать календарь на вымпеле. То есть тут вот цифры могут быть изображения, любой размер. Это наши эксклюзивные изделия. Вот такие оригинальные медали были выполнены для мероприятия международного этапа WorldSkills Russia. Возможно, вы это помните. Да, слышал. Да, это уже для нашего российского этапа National 2019, это для международного. И вот этот оригинальный поднос, он, по-моему, в двух экземплярах был выполнен. Не можем его достать, уже просили. Продавец едет.
плакетка небольшая, плакетка, к ней выпил, и медали, тоже комплект медалей для спартакиады студенческой молодежи в Сочи. Она еще не началась, но мы привезли как пример оригинальный и небольшой, потому что не все любят, вот, чтобы что-то большое и громоздкое.